фронтальная стойка. Упражнение, так скажем, на раскидку и выносливость с точки зрения бокса, ну и в принципе единоборств. Работаем по 45 секунд. Кто наиболее подготовленный спортсмен, может работать по минуте и по две. Но, обращая внимание, все должно быть без перерыва. Каждый удар у нас сопровождается прыжочком. Мы как пружинки ноги, соответственно, напрягаем, так как все удары идут от ног. Задача какая? Два удара спокойных, три удара жестких. Ой, два спокойных и два удара жестких. С одной стороны, тот, кто защищается, будет тоже понимать, что нужно держать руки в нужном положении. Все у нас идет от ног, поэтому два удара у нас спокойных, два жестких. И идет постоянное чередование. Что прошагивание, а что такое прошагивание в моем контексте, в лексиконе, я понимаю. То, что вы бьете и потом не сразу бьете, а бьете и вот еще пару раз вот так двигаетесь. Это называется прошагивание. Ну, это я так называю. Поэтому два спокойно в голову, два в корпус, потом два спокойно в голову и два жестких в голову. То есть без перерыва. Смотрите, как это происходит. Видишь, дальше. У него тоже фронтальная стоечка, если хочешь. Я, смотрите, делаю спокойно. Раз, два, жестко, три, четыре. Потом отсюда, спокойно, спокойно, жестко. Здесь поднимаете вот так. Во-первых, и вам будет проще, если вот так, через перчатку все-таки ощутимо. А если вот этот треугольник вы будете поднимать, уже не так больно, правильно? То есть, получается, показываю медленно. Спокойно, спокойно, жестко, жестко, спокойно, спокойно, жестко, жестко, спокойно, спокойно, жестко, жестко, спокойно, спокойно, жестко, жестко. Показываю, как в реале должно быть быстро. Все удары жесткие не должны быть. Два прямых в голову, они всегда спокойные. А боковые в корпус и в голову, они жесткие. Еще раз, поехали. Секунд один, 20 секунд отдых, 45 секунд другой.